Я худею уже 7 недель и за это время похудела на 8,5 килограмм. Вес был 70,9 килограмма. Сейчас 62,4 килограмма. Я удовлетворен. Я бегал по 10 километров каждый день и плавал по 2 километра каждый день в течение 7 недели. Мои часы неправильно показывают пройденное расстояние. Фактическое расстояние составляло 2 километра каждый день. Мои результаты на 10 километров лучше, чем на 4 неделе. Когда я также бегал по 10 километров каждый день. Однажды я немного усерднее пытался уложиться в 60 минут, но я лишь немного усерднее старался просто уложиться в 60 минут. Я не бегал с гоночной скоростью. На 7 неделе вес снова снизился на 1 килограмм, и мне это нравится. Похудением доволен, потому что бегать лучше с более легким телом и меньше нагрузка на суставы. Мой рост 173 сантиметра. Я не ел нездоровую пищу, такую как картофельные чипсы, шоколад, печенье, конфеты и мороженое в течение 7 недель. У меня пока не было соблазна есть нездоровую пищу. Я сказал себе, что не хочу есть нездоровую пищу с 1 июня 2022 года, и у меня не было никакой тяги. Кроме бега и плавания, я не делал никаких других упражнений. На 7 неделе я больше сосредоточился на полноценном отдыхе и сне по ночам и проводил меньше времени за игрой на игровой приставке PS4. В некоторые дни температура днем была около 35 градусов по Цельсию, а ночью было очень жарко, и спать было трудно. Я проснулся около 5 или 5 часов 30 минут утра и пошел на пробежку. Я пытался заснуть после 9 вечера. На этой неделе я снимал каждую еду, которую я ел в течение недели, и об этом будет еще одно видео. Я отжимался только в те моменты, когда снимал свое тело на камеру раз в неделю. Я могу отжиматься намного лучше, чем 7 недель назад.
Я думаю, что могу сделать 11 отжиманий правильно. Когда я смотрю видео, где я делаю отжимания, мне кажется, что я делаю их очень плохо и совсем не опускаюсь. Тяжело отжиматься, я не сильно прогрессирую и все равно делаю их с неправильной техникой. Но я должен довольствоваться этим. Потому что я все еще могу отжиматься. Ну и что, если с неправильной техникой? Пока я доволен похудением, бегом, плаванием и отжиманиями.